Хайхо, ктаны, с вами Тангар, и сейчас я лечу домой, в Москву, прямиком из Вьетнама. Да. Тут перелет довольно-таки долгий, 9 часов, лечу я Аэрофлотом, и любопытно, что в самолете Boeing 777, три топора, присутствуют игры какие-то. Значит, мы посмотрим. Так, отдербаниваем пульт, вытягиваем его. С первой стороны тут управление звук громче делать и так далее, а с другой стороны уже джойстик. Вот есть вправо-влево, и можно вот нажимать какие-то кнопки. Сейчас мы узнаем, что вот есть за игры. Шмякаю. Игры. Ну, детские нас, наверное, не интересуют. Логично, да? Стратегии. Что же за стратегии? Ага, Codebreaker. Ого, это, видимо, типа линии. Lines. Французский пассианс, тоже не очень люблю. Jungle Quest посмотрим. Тут даже тач-экран, смотрите. Вообще. Маджонг, это, конечно, тоже стратегия, видите, оказывается. Ну, как я бы не понял, это просто логические игры, они назвали их стратегиями. Хорошо, что у нас из аркад есть? Скоростной полет, блиц-бласт и какие-то кирпичики. Окей. Азартные игры. 5 карт, видимо, покер какой-нибудь и блэкджек казино. Посмотрим. И спорт. Ох, как много спорта, да. И гоночки есть, вообще все есть. Ну хорошо. Давайте начнем с гонок. Или давайте сначала пойдем со стратегии. Хорошо. Что же это за Codebreaker? Вот я беру в руки прекрасный совершенно мощнейший джойстик. Нажимаю играть. Я одену еще наушнички. Наушники есть. По полной, можно сказать, технике игровой будем работать. Играет музыка. Синглплеер. Слушай, а можно сделать даже поиграть вдвоем, видимо. Мы с Шмикенцей можем вместе сыграть. Ну хорошо. Так. Будем пользоваться тач-экраном пока. Хотя, может быть, Y это вот. Y нужно нажать. Y. Делать. Нужно разгадать, видимо, код какой-то. Понятно. А, это взлом сейфа. А, взлом сейфа? Что я такие не люблю игры? Ну ладно. С этим джойстиком в нее невозможно играть еще. Да. В общем, этот джойстик, он не предназначен для таких вещей. Говорит, что я прошел, то есть я угадал почему-то, каким-то образом я угадал что-то, да? А, и можно еще вот так вот делать. В общем, мне эта игра не нравится, к черту ее. Давайте в меню перейдем, как это сделать. Вопрос огромный. О, шикарно, уходим отсюда. Все, вышли. Смотрим следующую игру. Стратегия, блин. Пассианс я не хочу. А это, наверное, какой-то квест. То есть, ну, вот опять же, вот этим джойстиком в это играть будет очень сложно, скорее невозможно. Так что к черту его. Следующий. Маджонг. Маджонг я не очень как-то. Опять же, этим джойстиком неудобно. Надо что-то такое. Можно играть тачпадом. Ну так что ли играть? Да. Ну нет, это неудобно. Я даже не уверен, что эти игры поддерживают тачпады, честно говоря. Так, в общем-то, как нам перейти вот в главное меню? Да, шикарно. Давайте аркады посмотрим. Вообще вот эта штука, она скорее для аркад. Скоростной полет. То есть я полечу куда-то. Куда-то я далеко полечу. Смотрим. Что же оно такое будет? Грузится? Интересно, какой тут процессор, а? Да. Вообще прикольно, что все новенькое. То есть нам повезло, в прошлый раз мы летели, когда был Вьетнам, мы летели на очень старинном каком-то самолете. И там тоже было такое, все такое, но все было убитое. А тут прямо оно новенькое, прям с завода пахнет. Че, я полетел? Шикарно, настроить можно? Ага, можно вот так вращаться. А, XX? О, можно вставлять. Слушай, какая крутая игра.
что-то сбил. В общем, если очень хочется, то можно в нее поиграть. Хорошо. Я понял. В целом, это играбельная игра, и можно в нее, в принципе, поиграть. Хотя, конечно, она жуткая совершенно. Вот так говорит. Блиц Бласт. Нужно там разводить какие-то шары и, видимо, стрелять. Посмотрим сейчас. Еще, конечно, этот джойстик, он... Ну, если поиграть часок, то, наверное... Как, что-то интересное. О, прикольно. Клево. Такая логическая игра. Вот этот джойстик, это еще сложно. Можно тыкнуть. О, шикарно. Клевая игра. Тут тач удобный очень. Друзья, вот в эту игру вам стоит поиграть, если вы полетите. По-любому клево. Очень удобное управление и интересно. И видите, все опускается. Такой пресс идет, он можно все уничтожить. Ну давайте дальше пойдем, посмотрим, что еще есть. Тач работает в играх, все хорошо. Мощнейший световой меч. Что надо делать? Совершенно непонятно. Ага. Ну, слушай, это арканоид. Шикарно. Надо вот только прыгать, надо вот так пальцы, наверное, удобнее. Запускаем мячик. Арканоид. Кирпичики, которые называются арканоид, в такой зимней теме. Играть реально только тачпадом. Без тачпада невозможно совершенно. Ну, шикарно. Нормальная игра, кстати, тоже. Чё так? Я такую люблю. Да, штукенцы такую любят. Ну, в общем, вы видели, да? Управление тоже не айс, но играть можно. Самая худшая на свете игра, будем так говорить. В общем, аркады, я как ожидал, ну, собственно, вот на такой штуке только в аркады можно поиграть. Еще в покер, давайте посмотрим, есть ли тут покер. Почему-то назвали 5 карт, интересно, почему так назвали игру. Да, это покер, давайте его затестируем. Что ж, такое, а видно хорошо? Да. Все вокруг спят, я тут всем мешаю. Так недовольно смотрит на меня. Кстати, можем вместе со штукенцей поиграть в это. Видите, может захостить игру. Сейчас играем один на один. Ну что, давайте тач удобнее, на самом деле. Неплохая рука. Бывает хуже. Ну, можно сбросить, прикольно. Такую версию покера я даже не помню, чтобы я играл. Ну, девятки, да. Техас Холдом — это другая разновидность покера. Совершенно не Техас Холдом, но тоже прикольно, кстати. И круто, что в этом можно играть при помощи тача, опять же. Удобно. Какая там еще была игра у нас? Blackjack. Да, Blackjack — это хорошо. Смотрим сейчас, что там. Это
искать еще, чтобы набрать 21 очко, или все? Еще. Ну все, остаемся. 16 уже много. А у него 19, видите, он выиграл. Давайте поиграем еще. Давай. Он 14. Ну еще, блин, все, перебор. Перебор. Такая тупейшая игра, на самом деле. Если против двух людей играть, то, наверное, можно этот турнир более успешно играть, чем другие люди. Ну да, в общем, мне как-то не пошла игра, наверное, любви повезет. Ну что, давайте следующую игру посмотрим. Как ты делаешь? А следующая что-то будет? Карточная? Не, это все уже, карточных больше не будет. Да. Конечно, круто, что тут все работает вот так. Что вот этим джойстиком можно, кстати, убрать, вы знаете, как потянуть еще раз за хвостик. Да, и вот он убирается таким образом, страшно. О! Бокс без границ, боулинг, летящий бильярд. Ну, давайте, кстати, гонки посмотрим. Возможно, для гонок нам понадобится джойстик, я не знаю, что я знаю. Но у него, у джойстика очень плохая чувствительность. Не, ну, не, наверное, можно привыкнуть через час, как проиграем. Посмотрим. Да, гоночки грузятся дольше всего, наверное, там сейчас будет какая-то потрясающая трехмерная игра. Сейчас мы со штукенцы, сейчас я проведу обзор, а потом мы со штукенцы будем вместе его что-нибудь рубить. Yeah.